Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэш, и мы сегодня поиграем в игру под названием Junkyard Simulator, то есть симулятор свалки. Это пролог, давайте начнем, ключик появился давно, но руки дошли только сейчас. И здесь не врубается музыка, поэтому если вдруг окажется так, что видос без музыки, ну без звука, кроме моего голоса, то не удивляйтесь. Потому что если бы он выключался, было бы понятно, а так он реально не вырубается. Ого, это хроматическая, это как она там называется? И опции появились. Прикол, да? А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Главное, музыку отрубить нельзя. Музыка в комплекте. Музыка с прицепом. Так, 2К, вертикалка, поле зрения. Чувствительность мышки, детализация, можно сотку воткнуть. 3D Resolution. Че, вот эта хроматическая хрень добавится сильнее? Ого. Это оно подгрузилось или игра тормозит? Эпик, 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 эпик. Да. Применить. Так. Ну ладно. Детали квеста. Найди эти предметы. Канистра. Движок. Рычаг с рычагом и пружиной. Это я хз, что это вообще? И это... Почему-то первое, что в голову приходит, аккумулятор, но не похоже. Так. Левой поднять. Левая плюс Е. Поднять и в бэкпак, типа в этот куда-то, в рюкзак что ли. Двигаться, прыгать. Маленькая карта тап. 3, 1, Б. Боже, как все запутано. 3. 1. Б. Collect the items. When you have them all, I'll contact you and tell you what to do next. Блин, карту вырубил, теперь не включается. А, включилось. Капец, я, блин, на мусорке живу. Причем не то, что на мусорке, а на мусорке. Как-то открывается он странно, этот радар, или у него задержка какая-то. Опа. Да вы задрали, сколько можно звонить-то? Remember, the quest panel is in the lower left corner after activating your Junkman interface. You can turn it on or off at any time. Блин. Снова не точно нажал. Так. No beer. А, то есть на два это пиво бахнуть. Че там? А, вот. А че нам не подсвечивают help I? А, то есть мы можем все-таки посмотреть, что нам нужно. То есть вот рычаг мы нашли еще 4 хрени каких-то. Слушайте, надо, наверное, фонарик включить на всякий случай. No exit. Слушайте, а как мне искать? Вот прям как попало или какую-то логику попробовать найти? Так, а как его... Во. Жаль, что оно не подсвечивается. Что у нас есть и чего у нас нет. Так, канистра, хрень непонятная. Типа аккумулятор. То есть все-таки не зря я пошел и везде подряд начал всякую фигню смотреть. Не понял. Что там от меня хотели? А, я тут был. Shift и обувь нарисована. Я подумал, там износ обуви у нас какой-то. Так, но если то валялось в помещении, а движок на полочке... О боже. Боюсь сюда подходить. А, так мы можем все пособирать на свалке. И попродавать. Странный салон.
Куча резины. А, смог зайти на нее. Не по сюжету, малеха, я побежал куда-то, потому что наверх подняться не могу. А где мой фонарик делся? А, это он так работает. Хороший фонарик. Блин, палетки так прямо и намекают. Забери палетку. Слушайте, это ж, по-моему, Форт Флекс или как он там называется? Прикольный такой. Не знаю почему, но мне нравится. Форт Флекс, по-моему, да? Напишите в комментах, кто знает. О, это хюндайчик стоит. А это что такое? А, это F-150. А, так тут все машины настоящие. Слушайте, канистра может где-то возле бака стоять. Наверное. Сколько бочек? Можно впарить? Нет? Жаль. Мне кажется, бочки покупаются и продаются нормально. И пользуются хорошим спросом. Интересно, мы можем прям всю свалку в игре очистить? То попродавать, то попродавать. Похоже на сейф. Тут верхушка типа пошире. Ну или даже если это низ. Хотя у нас и рычаг, и все, и движок валялось все прям в правильном положении. То есть вот это вот. Там что-то внутри есть. А. Я думал, сейф предлагает продать, а там бабки внутри. Но там мы уже не удержимся. Нифига, полки. Интересно, а там были полки или нет? Народ, кто знает. Там, откуда мы вышли, были полки? Так, ладно. Давайте искать дальше. Может, какой-то радар у нас есть? Опа! А, это вакуумник, что ли? Серьезно, это вакуумник? Капец! Вакуумник. Я бы никогда по этой картинке в жизни не допер. Прикиньте, вот это вот вакуумник нарисован. Вы по другой стороной хотя бы нарисовали, блин. Не понял. Мини-карта. А, вейпоинты есть. Таб включить, выключить мини-карту. Зару, ару, по-моему, стрела. Показывает место. А-а-а! У меня карта перестала, по-моему, работать. И чё? Найдите батарея, аккумулятор. То есть, вот это вот аккумулятор. То есть, не зря я так подумал, походу. Так, ну подождите, а... 10-11... 7, 5. Не понял. Все просто теперь. Баксы. Грех не забрать. 40. А, вон стрелочка есть. А что мне нужно? Канистры и все. А зеленое что это? Ого. Так, ладно. Надо бежать, наверное, как-то. Мне кажется, мне сюда. Четыре. Пять. Я что, не тот движок забрал, да? Прикол. Ну ладно. Так. Туда растет. Туда уменьшается. Туда тоже уменьшается. Лаундри, офис, контейнер. Не понял.
To be gone tonight. Как я туда пройду тогда? Да вы задолбали звонить. Канистра. В пикап? Ну, ты понимаешь, что это сейчас прям вообще обратно нужно идти. Ух ты, у нас 3D-шная карта. Я только сейчас заметил. Вот это, походу, она и была. Блин, круто. Может, нам сюда? Слушайте, я, походу, угадал, куда мне идти. Но у нас 2 движка. Походу, 1 лишний. А, у нас место заполнено. Некуда уже. Блин. Блинский блин. Нет, я не угадал. Нам сверху нужно было. Просто не помню, что там сверху стояла тачка у нас. Движок уперли лишний. Если бы они сразу показали эту фигню на карте, я бы понял. Я начал собирать движки какие-то непонятные. О боже. Что там за стекло? Кажется, у нас кузов кипит. Хелп. У меня мышка исчезла. Загрузите все предметы on the trackpad. Клик Е. Открыть. Загрузите. Как? Как загрузить? Ну, типа, допустим, Б. Подожди, а у нас одета обучалка наша? Нету? Ну ладно. Так, то есть канистра. Так. Old battery. Твою мать, а? Собака. Сутулая. Так, у нас грузоподъемность есть. Блин, я уже клацаю на автомате. А, то есть движки одинаковые, стоимость одинаковая. Я не могу уходить, я застрял. О, научился. У нас есть прям какая-то огромная карта. Мне кажется, нам нужно ехать куда-то. Оу, у нас инверсия в тачке стоит. Короче, разберемся. А, F. О, что ты такое? Почему такое управление хреновое? Короче, инверсия мышки в машине. Я мышку, короче, не буду трогать, потому что я начинаю путаться. Это когда ставите GTA San Andreas, там сразу на автомате включена инверсия. Думаю, вы помните эту фигню. Что у нас по топливу в тачке? Я сомневаюсь просто, что 800 метров я мог пройти по свалке. Поэтому едем по дороге в надежде, что мы приедем туда, куда нужно. Я, конечно, сейчас думал уже по полям куда-то поехать. Не знаю, насколько это хорошая идея была бы. А стрелочки как бы показывают, что нам кемп. Ага. Но нам не в кемп, нам нужно налево. Можно было срезать, да? Походу. Ой-ой-ой. Главное ничего не потерять по пути. Движок, такое ощущение, будто весит 2 килограмма. Как канистра весит. Смотри, просто в повороте пытается улететь из кузова. Блин, а расстояние все растет и растет.
unpleasant experience of overturning your car. If you have, though, remember, you can reset vehicle positions. After leaving the car, press R and pick a convenient spot on the level surface. Ого. Слушай, тяжело ползет наверх. Прям капец подъем какой. Сейчас вниз все полетит. Просто полетит вниз, особенно движок. Я вокруг катаюсь, не могу доехать. И у меня 15 баксов на счету. Вот что делать, а? Что делать? 15 баксов на счету. Ужас. Не понял. Контейнер Пауншоп. Найди контейнер. Пауншоп, типа отметка, ага. И, в общем, какие-то антиквариат сраные, да, можно найти в Пауншопе. Но у нас-то это сейчас не цель. А, я лох. Я Е нажал. Случайно. Я хочу это впарить, этот хлам. Не понял. А чё по расстоянию у нас уже? Народ, чё у нас по расстоянию? Расстояние ж было, исчезло. Стоп. F. Всё, поменялась уже миссия. Так, назад. Там пауншоп был или где? Капец, сначала одно, потом второе. Куда-то вез в неизвестном направлении. 800 метров. Не доехал. Попал в пауншоп. Или я туда и ехал. Я просто хз. Контейнер. А не вот про этот контейнер? Или я должен найти именно как на картинке? То об этом все умалчивают. Ну, типа контейнер есть. Давайте поближе подъедем, чтобы, если что, сразу грузить это все в тачку. Ага. Похож. Похож. Спикер. Реновейшн. По-моему, типа реставрировать нужно. ТВ-стенд. А, типа, что успею, то и заберу. Я так понял, что нужно за это время все самое дорогое утянуть. Отсюда. Три. Ёпты! Нет! Нет, золото! Золото! Золотая амфора какая-то. Дзюбан какой-то. 52. Давай, на всякий случай. Магнитола нам пригодится. Понимаешь, вот золото, нафиг оно нужно? Вот магнитола, это тема. 53. Все-таки спикер можно тоже упороть отсюда. А можно мне КамАЗ сюда пригнать, пожалуйста? 77. 112. Какой-то радиола какая-то. 44. Ёпты, блин, прям со шкафом. Я надеюсь, он не закроется по окончанию времени, потому что я там, походу, останусь. Там. Тут. Опа! Да ёпта, блин. Я все цепляю здесь. Там стол. Чтоб тебя. Там что-то есть. Я уверен в этом. Иди отсюда. А, нет.
Туда. Туда. И ты туда. Ёпты. Оу! Я в текстурах залагал. Видите, как удобно? Сразу с магнитолой все загрузил. Так, радиолу эту давай тоже грузить. Да как там, купить в супермаркете все, что успеешь за определенное время. Да я там все успею купить. Я обнес просто тут все уже. Я сейчас и то и радио успею еще забрать, и потом шифонер еще вынесу. Если нужно грабануть, пишите, я прям все на высоте сделаю. На максимальной высоте. Не, надо еще порыться, вдруг что-то тут. Ты кому эти шкафы ваши? Табурет сейчас возьмем. Кресло 30 баксов. Можно это. Тоже как бы. Хорошее, хорошее. Поставлю себе в салон. Что-то походу до хрена хочу, да, судя по всему. Ну тогда все. Ёпта, это все по пути будет вылетать, по-моему. А куда ехать? Нет, стоп. Ну, это я все сделал. Или тут еще один контейнер есть? Да нет, это слишком жирно будет, и так много хлама всякого. Банан даже стоит ржавый, видели? CLS там стоял, он Альфа Ромео, по-моему. По задним фонарям показалось. Вот банан сверху. Прикол. Так, короче, еду дальше по дороге, я не знаю, что я тут найду. Я вообще не знаю, куда мне это ехать впарить. Ну, куда-то на приемку на какую-то, или я не знаю. Никогда ехать не могу, уже полдня еду. Хоть бы объяснили, куда ехать, зачем. Так, слева отбойник мы не срежем, да? А, тут у нас прям перекресток семи дорог. Или пяти, или сколько дорог там. А, налево типа нельзя. Слушайте, ну меня устраивает. Остановите, возле пауншопа. Где вообще вы его увидели? Или пауншоп это приемка?
Косарь, стоп. Бутылку вина можно забрать за это? Я бы ее сейчас выхлебал. Так, что там у нас есть? На кузов. Открыть, запрыгнуть, посмотреть. А, то есть у нас реставрация, скраб, скраб. Реставрация, скраб. Вот это вот еще бабки нужно. Бабка всякие, короче, этот... драгоценности собирает, так сказать. Хотел сказать раритет, но не раритет, драгоценности всякие старые. По-моему, у меня больше ничего нет тут. Из такого, что и подойдет. Но один фиг, тут нужно чуть-чуть навести порядок. А то мы что-нибудь потеряем по пути. Скраб, скраб. Реновейшн, скраб. Скраб. Понятно. Закрывай. Пресс инфо. Нафига у меня сверху светилась пресс инфо, если я это уже все сделал? Капец. Так, едем дальше. Что-то искать будем. У нас же по-прежнему есть основная миссия, правильно? Какая-то. Что это такое? Скраб маркет. Warehouse. Factory завод. Ну, давайте на скраб сгоняем. Но походу нам нужно куда-то на warehouse, типа там, чтобы отремонтировать. Просто у нас куча всякого хлама, который именно скраб. Ого, там высоко какая-то дорога. Или тут дуга там расположена. Не понял. Это просто указатель, или я там что-то за забором найду, я понять не могу. Типа размечтался, да, судя по... Тихо, не буксуй. Мне этого не надо. Так, ладно, ползем дальше. Я надеюсь, мы до реставрации все-таки доедем. Мы типа по пути тут уже. И одно, и второе, и третье тут начинаем разгребать, да? Блин, что-то жесть какая-то деревянная стоит тут. Ой, на кочку наехал. Что у нас по топливу? Я надеюсь, оно не закончится у нас. Потому что, мне кажется, мы уже все потратили. Вон, труба какая-то огромная. Снег уже лежит, уже снег лежит. А я все еду. О. Застрял на ЖД переезде. Снег, прикольно. Кстати, приятный снег, не напряженный в игре. Такой, типа, чуть-чуть так. Интересно, реставрацию я проехал или нет? Может, я проехал уже? Я бабку чуть не проехал, не вдуплился, что там делать. Сейчас, по идее, снег исчезнет, потому что вниз поехали, да? Оу! Форест. Лес. Но забор, потому что закрыто, типа, еще игра не это. Скраб маркет дальше. Фэктори с другой стороны. Ну ладно, мы едем туда. Если что, мне кажется, там все равно тупик должен быть, по идее, да? В итоге. Скраб-маркет все равно нужно весь этот хлам продать. Ничего не поделаешь. Хотя можно было реально драгоценности вытаскивать. Я прям все начал вытаскивать. Ну а что, смотрите, он 1, 2, 3, 4 всякой фигни, которую мы можем, в принципе, впарить по баксов 50, это вот 200 поднимем, точно так же, как за тот сраный ящик. Шо?
Я потихонечку. Сюда еще нельзя. Продолжение следует, окей. Не, я думал, вдруг тут уже нужно выгружать что-то. Так, а тут что за направление? Завод какой-то с виду. Воркшоп. Похоже на завод. Сейчас попробуем блок. Если блок не покатит, то в жопу, правильно? Угу. Походу блок прокатил. Так можно сразу тот, который у нас в инвентаре? Как думаете? You must now submit the order to collect the bounty. Стоп! Подожди, там скраб написано. Стопе, стопе. Стор скраб. У нас тут есть точно скраб. Давайте конкретный скраб, прям скраб. Во. Что, 10 килограмм? А типа скраб только сюда можно, да? Блин, 112 баксов, а на скраб типа фигня. Ну, походу, где-то можно еще впарить по нормальной цене. Скраб. 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 Реновейшн, типа, реставрировать можно. Аккумулятор скраб, по-моему, да? Так, движок пока обратно идет. Вот этот хлам сейчас туда загрузим. Хотя движок, по идее, нужно было, наверное, сдать на свалку. Вот прям сейчас, типа. Мы, наверное, прям сюда и ехали. 26 килограмм, капец. Типа, если было под реставрацию, то можно было бы, наверное, поднять бабла. А так как скраб, то все уже. Типа, это пример, наверное, чтобы понимать, что мы с этого заработаем. То есть, по идее, эти ящики можно было нам и не брать. Потому что тут тупо все на вес. И вот это вот 44 бакса, вот этот магнитофон. 48 килограмм, он сейчас даже килограммчика не даст. 3,5 вот это вот? Ну ладно. Неплохо. С задачей типа справились. Квест 2, найдите музыкальный плеер. Который мы только что сдали на металл? Если Пяду что-то еще понимал, какие-то акции. Remember, Johnny, there's no limit to the amount of raw materials you can sell on the scrap market, but watch out for those exchange rates. Don't get hot for quick sales, as they say, the impatient lose twice. Collect some raw material, wait for the right moment, and sell. Ничего не понятно. Нажмите 1 для продажи. We got a job from a music lover. He asked you to pick up some audio components for him. You'll have to renovate them later. Complete the order. I'll call you in a bit. You already know how to use your Junkman interface. You can make it. Типа, когда цены хорошие.
Купер. Купер это, по-моему... Купер, по-моему, медь. Купер, по-моему, медь. Стекло. То есть мы типа сдали. Типа фабрик. У нас не было органик, не было магнезиум. Не было... What's the paper? Не было и вот не было. То есть, когда будут хорошие акции... Опа, 4.45 что-то показывает. Цинк, да, или что это? Цинк. Я не знаю, это хорошая цена или нет. Или повпариваемся подряд и все, да? Так, а как мне обновить, чтобы посмотреть цены на другой хлам? А, у нас по цвету все, смотри. Фиолетовая сейчас падает. Вот, какое-то коричневое. Что это вообще? Вуд? Брас может впарить. А вот фиолетовое шло. Фиолетовое это или айрон, или хрено знает, что это такое. Ставка купер, смотрите, Х45. Х10, алюминий. А вот это X1.1, 1.2 мы, наверное, пока что ставим. Когда продать. Так что, мы это все впарим? У нас по-прежнему светится пресс 1. Блин, эта фигня фиолетовая снова вверх полетела. У нас нет фиолетового, да? Не, 1.2, 1, ну это какая-то фигня, не ходовая, походу. Че, вот это реставрацию будем делать или нет? Я просто не знаю, где реставрацию делать. Если бы у нас была какая-то карта полноценная. Че от меня там хотят, я понять не могу. Чтоб я в трубу залез? Прям что-то вот не понял. В трубе, что ли? А-а-а. Понятно. Теперь понятно. А чё он? Чё-чё-чё? Реставрация. Квест 2. Доставка предметов. Найди Sound Amplifier. Ты чё, он у меня в кузове, что ли? Он у меня был. Ой. И такой типа раз и... Music player, Sound Amplifier, Audio player или как там? Блин, может они хотят, чтобы я это все к себе в этот? Ну-ка. Music player, Sound Amplifier. Аудиоплеер. Все есть. Скрапа нет. Все на реставрацию. Что он подсказывает там? Какие-то цены хорошие сейчас. X1, да это фигня, блин, он не растет. Продадим все и все. У нас ничего больше нет. Мы можем спать спокойно. Поехали искать, где там можно отреставрировать.
Потому что я не вдупляюсь, что от меня хотят. Опа! Походу я понял, что от меня хотели. Вот это вот. Угу. Тогда я сейчас все выгружу, раз на то пошло. Я думал, они в моем кузове типа увидели и что-то хотели от меня. Да чтоб тебе, открывайся давай. Лишнего навыкидывал. У нас движок еще, оказывается, есть. Так. Левый спикер. Растет. Че, наверх нужно? Идем наверх. Но я тут не поднимусь, да? Я не догоняю. Может, на тачке хотя что-то поискал? Поехали на тачке поищем. Тут далеко идти. Может, телек надо вытащить отсюда с мусорки, не? Не понял. А, типа закрою кузов. Потом поехали. Походу, кстати, что-то может в игре залагать, поэтому на ручнике тачка начинает подниматься в воздух. Лол. Ну типа сюда нельзя, правильно? Но мне кажется, что именно здесь этот сраный спикер. Да, черт возьми. Блин, что я сделал? Сейчас надо его выгрузить теперь. Блин, снова тап нажал, чтоб тебя. Б. А тут самое интересное. To be contained. Ну, типа, почему? Так, а как мне определить расстояние нужное? Стоп, а че я хоть ищу вообще? Правый спикер, понятно. В общем, такая же фигня. Это мы 100 метров проехали, то есть где-то прям тут должен валяться, что ли. Я ж надеюсь, он не внизу там валяется. Ну-ка. Сто семьдесят три метра. Едем дальше. Ну 83 метра. Да что ж такое-то? Капец, тут подъемник еще есть. А... 42, 30. Чуть-чуть прорисовка потерялась. Понял. За стеной, что ли, где-то? А, вот ты где.
Лакайта Армчер или что это вообще такое? Слушайте, вот тут нужно посмотреть, что у нас тут делается. Может, здесь реально реставрация делается? Потому что здесь все как-то, ну, аккуратненько так относительно. Мне кажется, тут могут реставрировать. О, да, смотри. Интересно, как они за бабки или под реставрацию, типа, и поэтому ценник хороший. А, закончи квест, понял. Двадцать метров. 19, 17, 16, 15. Я не знаю, что это такое. Армчейр. Арм, типа, рука, что ли. А. Седуха. Ну, блин, снова не могу уходить от разговоров. Refurbished audio equipment is always in demand. Это там комната, что ли? Как туда попасть? Отсюда? Все в предметы. Окей. Знать бы какие. А, эти что ли? Серьезно? Ну-ка. Эти или движок нужно сюда оттарабанить? У меня вообще такое ощущение, что движок хотели на металл сдать. Ага, эти, значит. Хорошо. Нафиг я их тогда в кузов складывал? Я бы сразу закидал бы их туда и все. И не парился бы. Так, это есть. И еще две фигни. Так же удобнее носить, правильно? Нужно было сразу, наверное, три отнести за один раз. Так. Детали квеста. Вы нашли реставрацию, чистили фонд. Щетка, левая щетка и погнали, типа, да? Россия. Take the armchair. А, седуху взять эту. Седуха, погнали. И щетка типа наш чистить. А хинт это... Не понял. Это чистка? Как чистить? Найдите щетку, написано. Вот щетка. Нифига себе, сколько тут чистить придется. И потом, небось, придется все в какой-то магаз вести, мне кажется. Блин, я думал, процентов 90 само дальше будет. Он, походу, все нужно очищать. А, ножки. Капец. Че, серьезно ножки? Походу, не серьезно.
Ну, типа, есть какие-то кусочки. Фух. Опрувит. Типа, он будет за меня все это делать, что ли? Armchair and pad down. Типа, брось нафиг этот. Так, квест, детали квеста. Tossable change. Челлендж. 1, 2, 2. Короче, куча еще восстановлений у нас. Закончите реставрацию. Закончите реставрацию, чтобы увидеть мини-игру в вашей игровой машине. Комп? Нет? Где-то тут, по-моему, автомат стоял. Вон, автомат игровой. Может, они об этом? Нет, его реставрировать нужно. Ну тогда я хз, о чем они. Но я думаю, если что, мы сможем разобраться. Хотя нам тут... Возможно, нужно все вот это вот отреставрировать. И тогда они будут типа счастливы. Спрей. Ну-ка. Ну так себе реставрация, если честно. Просто помыли. Ну так выглядит хреново. Стряпка неудобна, нифига не видно. Ёпта. Чё, может, вторую надо поставить еще? Чё она грязная стала? Я не вдупляюсь вообще. Так. Отлично. Ашхинт. Что за хинт? А, понятно. Тормоз. Сейчас все просто я вот полирую тут без этих хинтов. Сейчас, наверное, покрасить еще нужно будет. Спрей. Нормально крашу. Нифига, вот это реставрация, понимаю. А то изначально я даже не понял, думаю, чуть за реставрация такая у нас получилась. Типа продать ему этот хлам. Слушай, давай движок сейчас сюда закинем, можно? Или нет? О, щеткой. Интересно, что дальше потом будет.
Нет, процентов сейчас несчастные, сколько-то процентов их найду. Ага, хинт показывает там, где я забыл сделать. Ух ты, блин, это что такое вообще? У меня такого, походу, нет. Типа пульвик. Вот это, что ли? Похож. А, пескоструйка. Понятно. А что-то другое уже. Тоже покраска тогда. Так, сверху должен быть... Ага, вот покраска наша. Но главное по точкам, по желтым прогнать, которые наши у нас срабатывают. Типа это, чтобы понимать, где мы тут провтыкали. Типа его можно прям весь не выкрашивать, главное эти точки прокрасить. Ну вот это вот очень даже неплохо, по-моему. Да, это, наверное, нужно на склад отнести, потому что, типа, раз у нас тут склад, да как бы, чтобы оно все не просралось, правильно? Здесь всякое барахло реставрировать и впаривать сразу прямо отсюда. Это ведь хороший вариант. С этого склада прям. Сюда можно все свозить. И здесь... Ёпта. Работать. Радио. Радио. This is radio. Слушайте, ну прикольно. Бабок нормально подняли. Если бы еще можно было налик выводить отсюда, я был бы вообще счастлив. Я был бы уже миллионером. С такими реставрациями. Ну, походу, и по металлам тоже, наверное, особо не нужно там спешить куда-то. Просто нужно чекать там какие-то выгодные цены. И все, потому что по факту мы тут можем нормально заработать. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фрэш и всем пока-пока.